Как встречают победителя? Правильно, красная ковровая дорожка, свет факелов, обязательный дресс-код, лучшие напитки, музыка и яство. И все это в ожидании нового BMW X6. BMW X6 – купе без правил. И вот компания BMW, создатель класса автомобилей Sports Activity Vehicle, представляет первый в мире Sport Activity купе BMW X6. Наиболее спортивный вариант автомобиля BMW серии X. И он представляет собой совершенно новую интерпретацию типичных характеристик и особенностей дизайна большого купе BMW. Превосходная динамика и высочайшая эффективность нашли аутентичное отражение в дизайне этого автомобиля. Автопункт, официальный дилер BMW, 11 июля сделал не просто презентацию, а встречу героя. Итак, столы накрыты, на сцене развлекательная программа, в которой принимает участие джазовая певица Екатерина Грачева, живая музыка, фаер-шоу. Шоу «Огня живого пламени» подчеркивает целенаправленную мощь и активность BMW X6. Сейчас уже никто не спорит с позиционированием X6, и он как первый в мире автомобиль Sport Activity Coupe. Что же такое BMW X6? Сравнивая его с выдержанным коньяком, мы убеждаемся в выдержанном, взвешенном подходе к конструированию и производству автомобиля, который несет в себе обещание гостям погрузиться в захватывающий, исключительный мир. Мир, исключительно соответствующий их образу жизни. Здесь и ожидание экстрима, и великолепие, и опыт, и экспрессия, и, конечно же, исключительность, как в лучших образцах коньяка. А для того, чтобы подчеркнуть исключительность события и сравнивая X6 с идеалом, в ряду камней ограненных розыгрыш камня бриллианта. И тому было подтверждение. Теперь другой напиток, подчеркивающий игристость. А поиграть на нервах соседей по потоку или джиперов, и вот это составляющая BMW X6. И зачем необходим полноразмерный внедорожник, когда есть Sport Activity Coupe от BMW, которому нет разумных преград? И как должен выглядеть мужчина? Мускулистым и подтянутым, и это для BMW X6. Романтик-мечтатель, в меру упитанный, в самом расцвете сил, и ему X6 обеспечит романтические места и вернет мечту о бесконечной силе на трассе. Девушки и дамы, и вас уже никто не упрекнет в нелепом виде за рулем громадного неповоротливого монстра. Если в материале вы увидели гламурность персонажа, то знайте, подобные эмоции испытываешь только зная суть BMW, умея чувствовать силу и управляемость продукта концерна, не разменивающегося по мелочам. Концерна, создающего автошедевры. И бесспорно, BMW X6 один из лучших, и найти такой и купить сейчас легко. У официального дилера фирмы «Автопункт», что располагается по адресу Марджани 9. Ну а праздник состоялся благодаря генеральному партнеру фирме «Профинвест», ресторану у банкира, Райффайзенбанку и сети «Каменный цветок». А теперь спокойно. Сейчас объясню. Что же такое BMW X6? Ну, для начала, помните? Сангьянг Актион, помните? Та же контора продавала. Так вот, если вы конкретно посмотрите на заднюю часть обоих автомобилей, то они будут абсолютно одинаковые, уж поверьте мне. Наверное, после этого BMW решила наехать на Сангьянг, и они быстренько его, ну так скажем так, скупировали. Теперь вариант другой. Как она, это BMW X6 ездит. Я сейчас честно говорю, как люди прыгали. То есть проезжают, прыгают, и как только все четыре колеса, отвалившись от сцепления с асфальтом, вращаются, BMW X6 перестает вообще управляться. Вообще. Нормальная тема? Ну, нормальная тема. Замечательный автомобиль BMW X6. К слову о том, ну, если честно, вот после того, как BMW начала покупать и продавать эти мега-джиперы, которые джиперами по сути не являются, я просто общался с людьми. Так вот, они сказали, когда ты покупаешь BMW X5, ну, это называется УАЗик от бумера. Потому что идеальные варианты были BMW 3 серия, BMW 5 и BMW 7. Все остальное это какая-то шняга непонятная. Для кого тоже непонятно. Так что думайте сами, господа. Честно говоря, но все-таки я бы увернулся и дал бы дань уважения тем самым
исключительным и бесспорным автомобилем от фирмы BMW.